Дорогие друзья, всем привет, это у нас тут МФФ запускаются. Старые подписчики моего канала знают, что такая игра Marvel Fight, вот. Ну а новые присоединяйтесь, друзья. Это такая игра от серии создателей Marvel, это такая тыкалка. Тыкалка пальцем по экрану, как и Brawl Stars, тоже можно бегать, стрелять и всякая такая дичь. Тоже сейчас, в принципе, популярно в моде игр. Ну, по крайней мере, я так думаю, вот. Короче, друзья, сегодня поиграем в МФФ. У меня появилось много персонажей, и вы спросите, куда я дел гемы. Короче, друзья, такое, блин, предложение такое появилось. Я купил паука второго класса, то бишь, и прокачал потенциал. Теперь у меня паук второго класса и 6 звезд. Я думаю, что, в принципе, неплохо. Так, я тип могу повысить? Нет, тип не могу повысить. Давайте ставим какой-нибудь изотопчик, повысим его. Так, тут у меня столько писку изотопов, я могу любой вставить сейчас. Давай этот усилим этот. О, живучести потом я выберу, но я живучести просто выберу, я не буду усилять. А, там, наверное, уже нету, да? Или там две комнаты, сейчас я посмотрим. Все, вроде бы прокачалось уже, да? Да, до 5 уровня, да, фула. И да, давайте вставим этот изотопчик вот сюда вот, и все. Теперь у нас он будет еще и поживее, да. Вот, у меня еще до хера тут гемов, потому что я вчера играл в эту, как это, ежедневную миссию, и там нужно много всего получать. Вот, давайте тоже прокачаем, усилим. Так, усилим. Сорян за мой такой голос, просто я... Смотрите, сколько сейчас времени, сейчас 7 утра, я записываю ролик, то есть я записываю видос в 7 утра, вы понимаете, друзья? Вы понимаете, ролик в 7 утра, поэтому я... Реально, блин, сейчас еще потом уеду по делам, возможно, для вас запишу вложик. И возможно, с братом еще ролик, потому что сегодня я еду. Ну, как сказать, еду, блин. Ничего такого необычного, возможно, вложик запишу из деревни. Да, сегодня еду в другую деревню. И будем там мы... Будем там мы с моим двоюродным братом, вот, если он не поленится. Вот, заедем за ним, потому что все равно там сидеть. Это именно Паш, да, не Макс. К сожалению, но Макс тоже будет в следующих роликах, поэтому ждите его. Вот. Я думаю, что он... Ну, он, конечно, не знает, что у меня новый канал, это очень жалко. Но я потом ему скажу, что вот у меня новый канал. Все, по фулу, блин, я прокачаны все изотопчики или нет? А, да, фулу все. Костюма пока что улучшить не могу, потому что мне не хватает биометрик. 40 биометрик одну паука, это капец, еще надо одну ракету биометрику, это мне в жопу. Мир бит не хочу играть, потому что такое, мистер Фантастик у меня не прокачан, поэтому нет. Вчера я потратил еще 100 гемов, тут легендарный битву поиграл, вот здесь у меня купил паука, заказал 500 гемов, и тут можно вообще, можно купить даже, смотрите. А тут больше уже никого нельзя, что ли? Блин, жалко, тут можно было же, ё-моё. А нет, можно, чё я вру-то? Вот, можно либо воителя купить, смотрите. Вот, герой. И сразу же второй класс и Лиам золото. Это, в принципе, неплохо, и я купил, типа... Либо Кэп Америку можно купить, накоплю и куплю вот эти все персонажи, потому что... Ну, заказать 500 гемов купить, когда возможность, это, в принципе, неплохо. И вчера я понял, как получить 100 гемов, и вообще офигел... Опа, она 2500 Ник Фьюри. Ну, Ник Фьюри, знаете, типа такой, я не хочу... О, а здесь купить нельзя, жалко. Потому что я не хочу его покупать, реально, я не хочу. Потому что, ну, смысл это платить за Нигера, который был еще Spider-Man Unlimited, шму. Ну, олды поймут, если олды играли. И мне забыло лет 7, когда я начал играть 5 лет, эту игру играл. Вот, даже 4 года, потому что мы закрыли. Опа, на призрак. И он только не до второго класса, понимаете? Он не до второго класса качается. Блин, это что, баба или мужик? Я не понимаю. Он так стоит, наверное, какой-то баба, реально. Герой. Антмен. И нельзя ничего сделать. Мститель войны бесконечности. Что тут у нас? Я проходил некоторые. Вот, да, я прошел битву с Блаканду. Можно черного вдову. Валька, блин, из рояля. Вот, я получил паука. Я купил его. Ну, все, найс. И Кэп Америка есть, вот, поэтому можно купить Черную Пантеру, но Черную Пантеру, знаете, еще минус. Его не, я бы его купил бы, но тут нельзя его покупать, он уже на 6 звездах, на 6 красных звездах, а просто Т2 купить нельзя. Ну и да, это как-то тут, мне кажется, покупать Т2 за какие-то косарь 500 от Boston Games. Ну не от Boston, потому что они
говно полное, а именно то, что за касапи скилл покупать. И чё, Т2, когда Т2 можно выбить, сейчас выбить за 80 монет. Ну, в этом ящике там, в ящике в честь 80 лет Marvel Future Fight. На Халка такой костюм нет, мне не подходит. А Халка купить нельзя, да? А нет, можно. И почему не второго класса? Вот я не понимаю, почему пацаны не второго класса. Так, Валькирия. Охота на волка. Да. А что здесь? А, здесь Тор. Здесь у нас Тор. Здесь Тор. Локи вот. Да почему не второго класса? Не, пацаны. Почему не красных звезд? Почему так? Вы скажите мне, они что, офигенные какие-то? Не знаю. Блин, Локи. Так, блин. Пацаны, я, кстати, это... Я понимаю, я не знаю, блин. Какого-то нормального персонажа. Ну, блядь, Локи, вы че, серьезно? Ё-моё, чем он так хорош, я не понимаю, чем? Ну, окей, у него хорошие способности, но... 900 гемов, а лучше паука купить. Ну, конечно, паук говно. Паук реально говно без... Вы сейчас будете меня обсирать, но, как говорят эксперты, как говорю я, на самом деле мне пауку нужен костюм сейчас, либо сейчас покажу вам костюмчик, какой надо, потому что мой костюм, который я покупила, оказывается, не такой надо... А я думал, что такое, оказывается, надо, либо, нет, не такой, такой у меня есть, у вас нет такой костюм, вот, нет, не такой, не такой, не такой, это обычный, где, вот, вдали от дома, видите, любая атака, любая защита, либо стелс костюм, то бишь они стоят одинаково, только мне, знаете, почему-то нравится классический больше, потому что классический он больше, не знаю, прорисованный, мне кажется. И знаете, типа, он классический, а это, блин, знаете, это как вдали от дома, вот тот же самый. Но этот прикольный, ну, я не знаю, паук какой-то странный. Ну, я хочу больше, не знаю, этот, потому что стелс-костюм тоже прикольный, можно в стелс уходить. Но я не знаю, пацаны, типа, по внешке мне кажется, что обычный лучше, потому что, не знаю, это классика. Это я этим жил, хоть я еще, мне было тогда лет 7, я еще была пиздюком, но все же, друзья, все же. Поэтому, пока он говно, ну, по крайней мере, мне так говорят, что вот эксперты, которые уже играют много, ну, не в том, что он говно с костюмом, потому что он хороший, просто видите, это по 10, а там сразу же 15, но тот явно получше, но хотя просто показали 750 геймов, когда я купил этот костюм за 750, ладно, короче, перекачала сразу же на 35 уровень, потратила много там геймов, ну, немного там, сотку чем-то. Вот, и еще, короче, что есть? Есть такая херня, и за вот такие вот 50 штук. Память почти переполнена. Ой! Не фера мне тут дить, пожалуйста. Ах ты, ё-моё, пацаны, придется сейчас на паузу ставить, удалять память. Я сейчас вернусь, блин, я не виноват, что за дичь? Друзья, продолжаем, я потом как-то смонтирую этот ролик. Я сейчас очистил память, просто мне написал, знаете, типа, мне написал, типа, мол, все, запись переключается, у тебя памяти не хватает. Я очистил, знаете, гигабайт такой очистил, такой, блядь, и что будет. А игра, ты, когда играешь, мне весит гигабайт, поэтому я сейчас очистил. У меня, оказывается, было дохера столько всяких скачанных приложений на устройстве, друзья, всяких загрузок, поэтому я смотрю, тут на 3 гигабайта, я сейчас освободил, мне сейчас 7 гигабайтов засунуть, поэтому, друзья... 7 гигов, поэтому просто жрет. Может, хватит еще один. И еще мой бизнес жрет это мегабайтов 50. Поэтому, блин, такая херня. Ну окей, все, погнали, короче, я уже задолбался. Мировое событие есть. Нет, в жопу я ваше мировое событие манал, потому что, ну, не хочу я в это играть. Реально, мне это удовольствие не приносит. Давайте поиграем в пространственный разломчик. И давайте поиск, кстати, большим. Как стать большим, да? Как стать большим, блять, надо нахуй это... Хуйня, шутки, ну ладно. Ну, поняли, вы поняли, я надеюсь. Генекс ангел мне дадут на него. У меня 3 из 10, поэтому это хорошо. Ой, могу пройти. Я получу сейчас на него биометрику. Зачем я так много использую? 10 аж. Аж 10. Я аж 10 постоянно использую. И мне дали вот эту херню. И что, я получила все? Да, давайте
Заберем нашего персонажа, но... Ой, 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 сейчас сломаю все, блин. Лаборатория тут у нас, наверное, за задание пришли. А, я на задание никого не отправлял, блин. Это Генекс персонаж, Ангел. Ангел его зовут, да. Ну, конечно, не такой, такой себе Ангел. Я могу еще... То есть это бесконечно... Подожди. Подожди, в этой семье. А, тут 30 входов доступно. И мне сейчас ничего... А, я тупанул. А я не могу восполнить, да? Ё-моё, я тупанул, друзья. Я тупанул как... Я тупанул как реально. Я... Ой, блин. Пацаны, не говорите, почему я так тупанул. Вот, Барсас и Ролом это хорошая штука. Зато получили нового перса, это уже хорошо. Так, тут 30 входа, и тут я его один сразу же получил. Это очень странно. Награда за прохождение. 30 200, энергия 100, окей. Эй, блин, давайте что-нибудь без энергии проиграем. Я чисто как-то лоханулся. Ну ладно, давайте рейд на огромного босса, может. Может, мы справимся с этим мастером Молд. Это мастер Молд? Не, мастер Молд такой, я не хочу против него играть, к сожалению. Может быть, проксимум полномолочную победим. Там сколько надо, там без душ. А, это проблема припасами. Не-не, не хочу сюда. Так, две мишки на красного Халка. Две. И 600 голды. Так. Не, не хочу. Кто это? Это Один, да? Это Один, но я не хочу что-то его пиздить, потому что 10 энергии это много. А просто есть же просто босс, да, мировой босс. А, сколько она энергии ждет? Она здесь мало. Просто реально у меня энергии сейчас нету. Приготовиться. Да, это без энергии. А, я не могу персонажа использовать. Я же и вчера использовал, день еще не обновился. День обновляется каждые 6 часов, типа, у меня по МСК. Блин, пацаны, что мы будем делать этот ролик, блин? А, ну ладно. Это разогревочный ролик, потому что давно я не могу, ё-моё. И сюжетку не могу. Сюжетку, энергии нет, ё-моё. Да, в легендарную битву тогда что ж зарядим. Я хотел... Пока что же поиграть. Таноса, не Таноса, Хер. Тур Рагнарёк. Давайте попробуем это пройти. Давайте секира на палача. Хоп, на волка проходил. Давайте эту вот миссию пройдем. Может быть, что-нибудь получим годное из припасов. Может быть, какой-нибудь билет. Мега-билет повышения до 6 звезд, тогда будет охуенно. Тогда я прокачаю своего Карнажика. Я хочу очень сильно Карнажика на Z2, потому что... Ой, я сразу сетевая, просто реально встал. Я сегодня, пацаны, такая, я сейчас вам скажу. Я сегодня встал, давайте сейчас. Я сегодня встал в... Ой, встал, да. Встал в 5 часов утра, потому что я знал, что мне надо ехать, и я... До часу ночи не спал. Блин, я 3 часа поспал, у меня глаза красные, капец. Ну, сейчас уже не такие, потому что я отдохнул, но, блин, я пацаны, реально. Давайте, слабая королева. Они королевы, не монстры. Я богиня смерти. Я богиня смерти. Смерть обрушится на вас в подобной буре. Хел становится сильнее. Можем ли мы ее остановить? В тебе мало веры, воительница. Это Локи. Потом сейчас самое время, когда с оскорблениями. Он в костюме, да, он в костюме опубликовал обновление. О, ты о чем? Разве ты не слышишь гром? Это конец, Хелл, сдавайся и верни мне то, что мое по праву. Это еще что такое? Это тот бедный глупец, что потерял свой молот и свой народ? Думаешь, сможешь мне победить без молота? Блин, надо было все сначала делать, потому что это же сюжетная история. Ну, похер, посрать, посрать. Плевал я на эти ограничения, реально. Ограничения. И я думаю, что вы тоже. Есть у меня Мьёльнир или нет, но я стою стражем Асгарда и богом грома. Я остановлю тебя и спасу Асгард. Бог чего? Ха-ха-ха. Ты представляешься к нашей вечеринке богов, а ты готовься к худшему. Вперед, за Асгард! Ебо, Хелл у нас тут. 700 КХП у нее, не знаю, какие у нее. Она какого типа? Она универсального, да? Она универсальная. О, нет, надо убегать! Я стою на одном месте, а что-то это... У меня сейчас глаза читалось, я стою на одном месте. Да, наично, просто... У меня атаки такие. Тупой я даже не мочу.
Я ее даже не мочу, пацаны, и мы ее побеждаем. Типа, я ору просто. Я ору, как мы ее побеждаем? Я не хочу этих пиздюков валить, сирен за мат. Убегай! Убегай, говнюк. Салу дай, дай салу! Тупо я ничего сделать даже не смог. Что такие атаки медленные? Нет, не буду я ее валить. Хело, потому что я не люблю таких. Я люблю, когда много хп, и они... У них атаки говно. Ну, я не смог. Я мог завалить, но я тупанул, потому что у нее атак до хера, поэтому... В пету. И, в принципе, думаю, на этом ролик можно закончить, друзья. Это было ознакомление для тех, кто не умеет играть... Кто новичок и... В этой игре Marvel Fight. Это для вас ролик для новичков. Ну, это более оскорбительно, но все же. Для вас этот ролик, поэтому, друзья, если хотите, чтобы я смотрел какой-нибудь туториал по то, как фармить изотопы и... Ну, изотопы, кристаллы, гемы. Олды, ты, кто играл с Му и смотрел мой канал еще 2 года назад. Ой, старый, когда я снимал еще на том канале Совпати Дрюб, и там, на котором другом, который еще не удалили, который еще я не удалил. Ну, короче, блядь, столько историй было. Все, спасибо всем за просмотр, ждите сегодня вас уже в ложек. Я надеюсь, что сегодня выйдет ролик с братом. Мы постараемся с ним сделать какой-нибудь вложик с братом. И вы увидите мое лицо. Хотя в Инстаграме могли давно его уже увидеть. Поэтому те, кто не видел, обязательно переходите в Инстаграм и смотрите. Все, друзья. Ссылочку я оставить пока что не могу, поэтому смотрите под роликом про конкурс. К сожалению, вот так вот получается. Ладно, друзья, все. Спасибо всем и пока-пока. Ну, здесь сегодня ролик по Brawl Stars, если что-нибудь нормальное, годненькое, что-нибудь завезут в 11 часов, может, какую-нибудь обнову, ну, вряд ли. Ну, может, что-нибудь такое завезут, там, какие-нибудь, не знаю, пассивочки. Сегодня пассивки новые выходят, да? Или нет? Сегодня вторник, пацаны, сегодня вторник, завтра пассивки новые выходят, поэтому ждите ролик. Я хотел еще раньше снимать ролик про пассивки, просто передумал. Потому что, типа, я же покупать их не буду. Но если вы хотите ролики просто, чтобы я хотя бы их в ботах тестил, то пишите. Все, друзья, в комментариях. Пока. И ждите... О, можно с вебку снимать, поэтому ждите.